Всем привет, ребята! Меня зовут Вера, и сегодня мы с вами совершим космическое путешествие. Нам нужно починить спутник в далеком-далеком космосе. Нам понадобится для этого мой помощник космонавт, и для него нам нужно построить летающий корабль. Сейчас мы им и займемся. Подписывайся на канал! Итак, ребята, у нас есть космонавт, который полетит на космическую станцию и починит спутник. А для того, чтобы ему добраться высоко-высоко в далекий космос, нам понадобится сделать ему летающий аппарат. Сейчас мы им и займемся.
Итак, ребята, вот такой замечательный космический аппарат у нас с вами получился. И теперь мы возьмем нашего бравого космонавта, достанем его из кабины, вооружим его вот таким вот ключом. Теперь он может починить спутник. Сам спутник находится в грузовом отсеке корабля. Для этого мы отодвигаем закрылки, достаем наш спутник, открываем ему закрылки для того, чтобы лучше шел сигнал. И с помощью инструмента наш космонавт сможет привести его в идеальное состояние. Вот здорово, ребята! Какая красотища в итоге у нас получилась! Мы собрали летательный аппарат, починили спутник. И теперь на планете Земля будет хороший прием сигнала. Всем пока-пока, ребята! До новых встреч!